сыченый. Что такое сыченый? Сыченый — это как будто сыч налетел, сыч, и все, и ты теперь сыченый. Сыченый — это, мне кажется, это просто, не знаю, слышал слово одну раз, а может, товарищ, и... Сыч? Думаю, что это значит, может быть, какой-то плохой человек. Сыченый. Печеный пирог, может. Совершенно, не, и совершенно никаких идей нет. Соленый какой-то. Сыченый. Без понятия. Сеченый. Сыр. Не знаю. Может быть, какой-то утонченный. Который, человек, который любит красивенько одеваться. Бякать. Это кто-то на докладе что-то бякает. Бякать. Ну, видимо, кто-то на кого-то жалуется. Бякать. Может быть, передразнивать кого-то. Я помню слово из детства. Это мой кузина говорил. Бяка. Это плохое что-то? Может быть. Бякать. Похоже на слово мякоть. Бякать, скорее всего, это говорить какие-то гадости. Кухря – человек, который не любит мыться. Кухря – это, наверное, грязный. Хухря. Почему-то свинку какую-то напоминает, не знаю. Хухря. Напоминает слово «кухня», но я не уверен, что это кухня, но пусть будет кухня. Кухря. Игрок такой есть. Кухря. Кухря – это какой-то персонаж из смешариков. Огурцво. Огурец. Огурство – это государство огурцов. И огурство – это что-то с огурцами связано. Огурство, не знаю, фрукты, живут или овощи, я сам не знаю. Огурство, может быть, серчать, что-то такое? Огурство. Почему-то напоминает дурство, дрёшество, да. Огурцовство, но это... Государство. Государство. Когда человек лукавит, вот это вот обозначает. Заблудник, мне кажется, это холодильник. Заблюдник. Мне только одно голову. Давай. Ну, блюдо пусть будет. Нормально, блюдо. Заблюдник. Такое ощущение, что слово «блюдо» происходит. Может быть, какое-то застолье? Заблюдочник. Что-то среднее между незаконно рожденным и тарелочкой. Заблюдник. Бюджетник. Бюджетник, да. Заблудился, вроде бы, может быть. Заблюдник. Заблюдник. Может быть, человек, который заблудился.